Здравствуйте, меня зовут Михаил Хлебодаров, я представляю службу технической поддержки компании ИФТ Групп, и сегодня мы с вами продолжаем изучать работу с электронным тахеометром ИФТ ТС-2. Сегодня мы рассмотрим с вами вариант установки станции по высоте. То есть нам необходимо будет передать высотную отметку с нашего опорного репера на точку стояния. Запускаем программное обеспечение ИФТ Total Survey. Как обычно, проверяем, в каком проекте мы работаем, создаем новый, открываем существующий, возвращаемся в главное меню и переходим в меню станции. Выбираем. Второй пункт меню, называется он «Передача высоты». Здесь нам необходимо будет выбрать опорный репер, у которого известна отметка. То есть там, где у нас есть строка «Цель», мы должны выбрать точку. Нажимаем на это поле. У нас появляется окошко выбора точки. Точку может быть уже забита у нас в контрольных координатах. То есть для этого мы можем воспользоваться существующим списком, выбрать, допустим, список контрольных точек, если оно существует. Если нет такой точки, мы можем просто вбить название, и нам достаточно указать только отметку. К примеру, я задал имя точки и ввожу опорную отметку 250 метров. Подтверждаю, нажимаю клавишу ОК. После этого мне необходимо выполнить наведение на заднюю точку, на опорную точку, обязательно указать высоту наведение, то есть там, где H цели, высоту вехи. Если, соответственно, я навожусь на веху, а не на какую-то стенную марку, у которой есть высотная отметка. И после этого выполняю измерение. Выполнив измерение, я подтверждаю, либо сохраняю его, либо подтверждаю кнопку ОК. У меня появляется результат наблюдение на мою опорную точку, и для расчета координат мне нужно нажать кнопку «Расчет». Но предварительно, перед тем, как это сделать, я должен проконтролировать, какая высота инструмента у меня указана. В данном случае у меня указана высота инструмента 1,5 метра. То есть вы можете ее дополнительно проконтролировать, измерив. Я сейчас оставлю ее такой, какая она у меня есть. Нажимаю кнопку «Расчет». У меня появляется значение вычисленной высотной отметки 248,17 метров. И для подтверждения я нажимаю кнопку «Подтвердить». У меня обновляется информация о моей станции. И если я зайду, например, в программу съемки и выполню измерение на опорный репер, то я увижу, что действительно отметка у меня поменялась. То есть отметка станции была перевычислена. И при измерении на контрольный репер я делаю контрольное измерение. Сейчас у меня та же самая отметка, которую я задавал при наблюдении. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте в своих комментариях предложения по съемке новых видео и увидимся в следующий раз. До свидания!